Вчера в Управлении социальной защиты населения муниципального образования Хасавюртинский район прошло совещание по вопросам граждан, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации и улучшения жилищных условий. Вел совещание начальник отдела Дауд Аджиев. Аджиев в своем выступлении подчеркнул о необходимости безукоснительного выполнения регламента работ отдела, своевременного реагирования на поступающие письма запросы из Министерства труда и социального развития администрации муниципального образования Хасавюртинский район. Он также говорил о необходимости проведения юридической консультации о работе отдела обратившимся гражданам о государственных услугах, которые предоставляет отдел чрезвычайной ситуации. На совещании выступили также специалисты Джамбулатова и инспектор Маликова, которые отчитались о своей работе за текущий период. Итогом совещания стал вопрос об инвентаризации личных дел получателей государственных услуг и необходимости завершения ее установленный срок.